ассоциируется хостел. Наверное, с пустыми и скучными стенами. В течение сегодняшнего вечера мы разобьем все ваши сомнения. Сейчас в Hostel Friends House проходит мега крутая вечеринка Real Luxury. И доказательством тому является наш сегодняшний специальный гость. Мисс Евразия 2014 Виктория Снисаренко. Вообще я родом из города Запорожья, да? И когда я приехала в Киев на пару лет, получается, один из знакомых отправил мое портфолио, он был ведущим, да? Отправил мое портфолио на какой-то кастинг. Вот. И я, работая в юридической компании, ну, то есть я об этом не знала. Мне позвонили и пригласили меня сняться в клип у Агутина. В общем, я долго смеялась и говорю, что с ума сошли, это не мое. Я работаю в юридической компании, в общем, кто-то прикольнулся. Вот. Ну, вот так как-то пошло-поехало само собой. То есть я не была никогда в агентстве там. Ну, конечно, уже серьезные проекты начались у меня в Европе. То есть мы снимали и Виши, и Макс Фактор, это уже там... Я, конечно, раньше и не думала об этом. Сергей, как часто вы проводите вечеринки в своем хостеле? Как минимум раз в месяц мы празднуем свой день рождения. Очень много иностранцев с разных стран, долго перечислять, проще сказать, из которых не приезжают. Из Англии, Америки, Мексики, Канады, Польши, ну, со всей Европы. Скажите, почему именно ваш хостел они выбирают? Им приятна атмосфера, нравится общение с людьми, нравится расположение хостела, которое находится в центре Москвы. Вот мы и приехали в одно из самых моих любимых мест. Это гостиница «Украина». И здесь же, конечно, находится один из моих любимых ресторанов. Называется «Татлер Клаб». В этом ресторане можно встретить очень даже много медийных лиц. Здесь очень классная атмосфера. Вечером она более такая гламурная. Вот. А в обед очень даже, ну, такая... Обед, романтика, соусы. В общем, классно очень. На самом деле, в Москве очень классных мест. Вот. Одно из любимых тоже Смоленский пассаж. Здесь очень популярный ресторан. Наверху есть White Rabbit с панорамным видом на Москву. Также в Москве очень много классных ресторанов, которые на воде. Такие как «Чайка», «Ля Барш», «Ехал». Есть, в общем, очень смешной ресторан. «Ехал Грека через реку», что-то такое, да. «Ласточка». Вот, в принципе, они даже... Вы можете прийти в ресторан, допустим, «Чайку», и можете оказаться в другом месте, выйти, так как он иногда плавает. К сожалению, конечно, что сегодня среда, нам не попасть во многие интересные места. Так что, девчонки, на носу у нас пятница, суббота, и мы обязательно поедем тусить, покорять Москву.